пол на второй вход. Леха, Сюда. встань, где сейчас это ты босса подведешь, будешь держать, пока я колодец стыкну туда. Звездочка, вон тебе метка стоит. Все понял. Мыси, подожди, стой. Еще раз по наполам скажи. Сначала напол на меня, потом на Калата, потом на Монорода. Так, теперь стоп. Я первый, Калат второй, Монород третий. Подожди, я сейчас на пулы сделаю. Тут так не... И за Афро, смотрите, своим, за магер. Ты этот, Калат, на шестом стаке забираешь. Вне зависимости, где босс находится. Монород у Калата на шестом стаке, независимо, где босс находится. Желательно, чтобы уже шла перефаза. Если там где-то один лишний стак, не критичного. Лёх, ну чего. Тогда ты стопай на пятом стаке. Даже лучше на четвертом переставай бить. Окей. Все, готов, Биба? Рейд в какой метке стоит? Печенька. Печенька. Половина там, печенька? Половина там. Че, Биба, готов? Канончите там, ну, по напу. Я так смотреть буду на кого-то, на Монород. Монород, только под лицо не залазь, так получится. Принятие альтернативных мер. Эдвар, подойди, подхилит. Сфера дадит. Адски фризит. Все, уже должен забрать. Напуливает. Где напул на класс? Ну, коника только что отдал. Фулл фазу отстрел. Напул на кават. Чё с прохилом? Меня фризит очень сильно. Ничего не происходит. Тут бессмысленно поднимать. Нас всех фризит. Нас всех фризит, это босс. Забрайка. Чипулы не фризило. Это взорвали сферу, босс. А, чё-то я не понял. Вот это видение, почему-то босс перевёлся на фазу, когда сферы пошли. Чё за хрень? Там Монорота на пол, блин. Монорот. Сука, у него 2N, блядь. Все, я не смогу. Все, Монород забрал. Он на Монороде. Сейчас Монород на меня. Подбежишь, когда... Следующая на пулы на меня. Два, один, перефаза. Звездочка. Коресы будут хилами? Бля, я уже давно сказал, что... Вроде расфризились. Всех фризит, это нормально. Даю БР, подедры. На пул на меня дайте. Куда ты ведешь босса? Звездочку. Капот. Но не через рейд. А пул грузит? У меня стаков нет, Лё. У меня стаков нет. Да у меня тут... А, ладно. Уже, наверное, Монорота подними.
Монород уже лёг. До этого момента должен был второй танк. Монород на Эликс. Минута Фаст. Прошла, а пула по мне нету. Один отдавал коник. Он сывейдился на пул. Настю чуть-чуть не поднят. Подняли. Опять? Тебе бафы дали? Что, на меня на пол будет? Я стопнул лёд. Принятие альтернативных... Народ набивает игрок. Кого-то сложит, если сейчас босс... Я дал на тебя на пул. Я покидаю на пулевую. Он забагался, если чё. Берти кого-то, чё. Моста, поднимай кого-то. Я не поднимусь, паха, смысла нет. Они арони наберут, что мы народ, что кого-то. Столько, сколько у меня. Так мы стопнем, давай просто. Тут же нет берсы. Я на грой всё равно. Дома. Леша, ты лагаешь. Я быстрее отъеду. Сферу чупили. Расчет силовых параметров. Древность. Но этот меня сложит. А нет, его это шел. Вот этот сложит. У меня один Леха, как это. Слышишь? Больше 10 стаков не набирается. Ну как да. Ну теперь 150 лямов, его просто каете. 100 тысяч всего лишь наносит. Я там тебе давал сакру. Так может нужен просто медведь какой-то, прям убитый, я не знаю, 1150. Который будет забитый в этот... На фулл. Надо кислому 4Т5, фулл резист и все брюли в хп просто. Ну да, ты тоже взрыв. Чё он не откинулся, петух? Вот никого не волнует что, то, что когда босс побежал на перефазу, получается, ну туда. Что, шары появились? Да. Ну он забагался, потому что, ну... Первый раз, а не когда потом уже. Или ты хочешь сказать, с первого раза он забагался сразу? Это второй пул уже, если первый появляется вместе с перефазкой, это обязательно 100% трое, четверо отваливаются. Сферы надо либо дозрывать, либо пул. Мы пока бежим, там не прохило ничего. Это он про это говорит. Мне кажется, на Эликса просто хватит. Не-не, я еще на прошлом пуле это заметил. Лёха! Дони мне фулл брюли и тринкет, я танчу в соло этого босса. Хочешь прикол? Что? Иди рулетку крути, что тебе донить? Слышь, Найт Кинг прощупывает почву. Да ладно. Надеюсь, он не протомар. Отправь ко мне. Протопал, ребят. Отправь ко мне, он все равно в чесе. Да вот. Да, он типа пишет, Алара. Ты типа на Аларе, я пишу, нет, его убили, робота бьем. Я говорю, что хотел-то? Он мне пишет, кикни пианист, кулак, сука, мне не бафал. Понял, чей это рога был? Да, я знаю. Я так и понял. А почему ты кикни?
Тоже слышок разошелся, что ты ГМ? Джокс переходит. Немного переходит к нам. Один есть, сейчас будет еще два. Точнее, уже два есть, будет еще один. Ну-ну. Так, я так скажу. Всех, кто поливал грязью, Иллюжинов я точно запомнила. Ну, если Настя против, и этот... Да я вижу, Недикс, я видел это. Настя, здесь всегда фризит. У всех. Там, понимаешь, вот получается так, чтобы я жил, чтобы не было взрыва сфер. Если взрывается сфера, и вместе с тяжким ударом, я сдохну на 10. Если нет, то нет. У меня просто уже дефов не было. Библ, что с тобой? Он тут это... Вначале за кулак тебя просил кикнуть с гильдии, а теперь пишет... Если типа я тебя кикну, он придет к нам. Ой, блин. Это, как я понимаю, друг у пианиста, да? А смысл такой, что этого человека я лично звал в гильдию, а он получил приглашение от нас и съебался в Джокса. Слушай, если он к нам придет, с ним придут еще несколько, человек 7 точно. Это как вот бы так сказать, что он сюда просто не придет? ДБ рейд. Он вообще не придет, ни при каких условиях. А теперь распалить Джоки, и он хочет к нам, да? Да, да, именно так. Я людей приглашаю один раз, второй шанс это. Я релогаюсь, у меня выключили фреймы. Феодоны выключили. Не знаю, с чем связано, просто феодоны. Фикс боя отключил, ну, по чуть помогло. Не так сильно. Быстрее в принципе попадает. Я вот тоже попыталась отключить, у меня феодоны. Не, ну именно текст боя долбанный. И стандартный тоже, чтобы вообще циферок на экране не было. Блять, сделай тише. Я не знаю, как выходят эти сферы, все это баклаг, баклаг. Эти сферы из-за. Либо очень не хватает. Тут скорее, по-моему, не знаю. Ох, блин. Блин, что с Наполом придумать? Я, получается, отдаю первого пианиста, потом первого пола давал поковать. Попробуйте без подожди, него. Подожди, подожди, подожди. Второй даю по пианисту, Кават не может собрать потом. Второй даю по Кавату, ну, Кават слишком рано забирает. Понимаешь, что там ограда хуящие цифры скапливаются? Пробуйте поиграть без Наполу. Там танки нахуй Т5. С одной тычки агра набирают столько, что, блядь, они сами могут меняться, блядь. Просто стопаешь атаку и все. А один наоборот бьет. Какие проблемы? Не, сейчас просто когда надо будет, чтобы кто-то кого-то сменил, я буду просто дала на пулю. Он написал. 10 раз написал кулак, дайте. Дайте кулак побей, бл. Лишь взрывается, не могу. Джокс напали. Подлина, что помогите. А, релога еще. Отсылай всех к Полине. Скажи, что она заведует приемом в гильдию, и все. О, это я умею, да, я все. А это, бага, старый там у них? Спайка в Джоках? Нет, старый в своей гильдии. Бага, отсылай ко мне, половина их у меня в ЧС, поэтому отсылай ко мне. А у него что за гильдия? Мия Монстр или как-то так называют. Элбрил, они из гордости мне не напишут, зуб даю. Все, Лёш, я готов. Да-да, я провариваю это. Блин, что не хватает, тихо. Грибу отправляйте. Грибу. Теперь бафы не вижу. Нейликс, что, блядь, не хватает?
Да ты хуя трясите, блядь, давайте уже убивать. Мозгов у него не хватает, чтобы сопрот выпить с пулы. Ну он писал, попробуй отбиться. Сказал, да. Я ж писал тест-вариант. Ха-ха. Бля. Подпишите уничтожение. Расчет силовых параметров. Нет. Скажешь, когда кого-то надо забирать, он не напуган. Ну, уже напуганный. Давай. Три, два, один. Вот побежал. Он придет, наверное, на кровать уже будет. Да, он на мне сейчас будет. Все, на мне. Все, сейчас на Монорота. Ну, по крайней мере, под конец фазы. Скажешь, дан жертвенности могу закинуть. Кават, скажешь, когда много стаков будет? Забрал уже. Теперь на меня потом. Ром, а ты набирай. Да я набираю. Могу так набирать. Yes. Фаза. Види. Беги. На меня сейчас. Подай драйнер дал. Только не через рейд, беги. А. Тяжкий удар. Даркис, ты не агро. Что там скоро у меня срыв? Нет. Блять, надо, чтобы у меня срыв был уже. Монорота сальву отдал. Через 3 секунды не будет. Монорот, спокойно, не бей. Подбегаю к вам специально. Сейчас сорвешь, Лев. Сорвал. Отлично. Набирай. Следующий кого? Где Лёша не достать? Чуть-чуть вправо. Не могу подойти. Фаза. На фазе заберу. Да я в фазу оттанчу. На два стак. Третий не хлоп, никуда бежишь. Не хлоп, не беспокойся. Конец фазы забирай. Хит. Давайте нам было на кого. На кого? На кого? Забирай. Стоп, я и заберу. Я стоп. Забрал. Следующий монород. Да хуя игра нам дал. Стоп. Анкил Фарада скинь. Если там жертвенность надо, скажи. Фаза. Подходит. Далеко можешь не отводить, на середину. Да, следующий, это он твой, может.
На середину пути. О, Монород, беги. Беги, Монород. Медики, видишь, вот эта хуйня с медиками будет постоянно. Все, стой тут на месте и танчи. Стоим. Лёв, набирай. Неликс, скинь, если есть. По мне на пол. Про сбоню крипов дайте. Тамину каску. Народ, ты сальву забил. 3 секунды фазы. Я должен туда прибежать, блядь, сфера. Эту не хлопайте. Не бегите на нее, не бегите на нее пока. Отойдите от нее. 2 секунды. Все, хлопаем. Босс должен быть на... Только не выдвижу. Он сейчас на мне будет. Ну, на тебе, так на тебе, без разницы. Стаки есть. На мне стаков нет. Все, забирай. Забрал. Не-не-не, Монород. Он на тебе. Зачем ты делаешь? Ты вообще стопаешь весь урон, блядь. Пырните его. Мы с тобой вдвоем. Монород, будешь бегать сферы закрывать. Монород, потом лагу поднимешь. Сейчас я должен быть. Ты второй. Ну, дайте на пол на меня, все, дайте на меня, чтобы я был на боссе. Все, не бью. Неликс, смотри агро. Лёха, сейчас заберешь. Неликс! Сейчас заберешь. Маны нету, нихуя нету, ребят. Не могу набрать. Фаза, Лёх. Да, блять, нету агро. Протокол воздаяния у робота. Но уже фаза началась, правда. Побежали все обратно. И кого-то дай десальву, блядь. Босс нам моя КД. Лёв, бей, пока сорвёшь, можешь. Прожмись. Прохил. Реонос. Поднимись, кого-то. Хил кого-то, сверху, аккуратно. Может, соло продержу, если будете дефа давать по очереди. Подхильте. Да, скажешь, когда длань дать. Да. Не на фулл хп, держите меня всегда на фулл хп. Под следующий закину длань. Прилетает, ну, хорошо. Давай. Я прям подкаст даю. Дайте нарпу ДЦ. Подход идти. На второй фазе урон увеличивается. Босс. Сверх и танки. Может, пускай на пулу кого-то пробует отдавать. Да я сферы бегаю, взрываю. Захил. Так, расстрел. Ну так 9 стаков, старый уже меня танка. Господи, все говорите дальше. Да заткнитесь вы, просиливая тирея. Уничтожение. Не, я лягу. Урон увеличивается у босса. Видишь, 58% урон. Было 40%. Ложимся. А, он настакивает протокол. Найткин пишет мне, баг это что за такое? Серьезно? Бля, иди разбери. Ну я тебе написал ему, заебал, мешаешь мне дамажить, пиши либо ягодный торт, либо пианист. И заниматься набором ребят жёг. Если, Лёх, у нас получится все нормально меняться на каждой перефазе, в принципе, можно убить. Да, в принципе. У меня есть камень, я сейчас встану. В принципе, нормально, просто, блядь, агро ебучий. Ох, эти на полы, бля, в троих танков, это пиздец. Согласен. Ну, чё вы до сих пор без напула не хотите попробовать? Вы должны с это...
чередов... Блять, а как догнать по агро? Скажи, идет вторая фаза, перефазка, да, блять? У него агро намного выше будет. Бля, я тупо вомин смотрю и все. Тут надо еще понимать это, тот момент, что, блядь, когда тебя босс бьет, то у тебя больше регенерации идет, чем тогда, когда ты, блядь, офтанк. Может, тут вообще на пулы, ну, типа первые уходят на пулы и начинают напуливать другого танка, когда уже надо поменяться, а до этого времени на пулы не отдавать, пускай висят. Ты думаешь, мы так и делаем? Я так и делаю. Я стараюсь. Может, тогда... дурачки тоже смотрим в омен. Просто оно будет проще, если взять еще один дополнительный пул, там, или два, блять. Ну да, двух маловато. Где там Мазер? Читаю, читаю дословно. Он мне говорит, кикни пианиста, я приду. Я говорю, зачем у нас три протопаладина, нам не нужно. Он говорит, я бисовый, я говорю, у нас тоже. Он говорит, ну только у ваших паладинов нету 102к хп. Скайр лучше резист качает, долбоебина. Этот. Короче, на сегодня все, завтра вечерком идем убивать босса. Лёша, пошли в ВК. Лёха, стой, вопрос. Будешь хпалы изучать? Да, конечно. Какого? Лови. Квилет? Квилет, да. Я тебя заранее предупреждаю, что это паладин наподобие Литеры. Ну ты понял, о ком я. Да, это паладинец такая. Так это же Байер был у нас в рейде такой, Квилет. Да, я на этом КД я продавал два куска и